Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим об очень интересной гарнитуре, которая одинаково хорошо подходит как для прослушивания музыки, так и для разговоров. При этом она очень удобная. Знакомьтесь, Jabra Evolve 2 65. Evolve 2 65 – это не дешевая гарнитура, и не дешевой гарнитуре нужен хороший комплект. Нельзя сказать, что тут он какой-то роскошный, но все необходимое тут есть. Есть и приятный чехол из кожзама, и кабель USB Type-C для зарядки, и Bluetooth адаптер. С виду наушники выглядят как обычная гарнитура для звонков, каких много в колл-центрах. В принципе, если не обращать внимания на выносной микрофон, то Evolve 2 65 выглядит как стандартные накладные уши. Тут нет ничего лишнего, все строго, но минималистично, стильно. По качеству сборки вопросов никаких, все монолитно, а крепление чаш приятно холодит руки. Что касается удобства использования, то тут все стандартно для накладной конструкции. И к наушникам у меня претензий никаких нет. Единственное, что через 2 часа использования хочется сделать перерыв минут на 5. Амбушюры выполнены из кожзама, приятного на ощупь, но в теплую погоду в них будет жарко. Сам наполнитель мягкий и комфортный. Оголовье также оклеено мягким наполнителем. В общем, к удобству использования претензий никаких. Что касается звука, то он меня приятно удивил, потому что от гарнитуры, заточенной на разговоры, не ожидаешь классного звука, а он здесь именно такой. Много высоких, много низких, и здесь можно с удовольствием послушать как музыку, так и посмотреть фильм на досуге. На правой чаше есть регулировка громкости и управление воспроизведением, а также тумблер питания и подключения. Еще должен точно отметить тот факт, что наушники не подходят для ношения на ходу. Они не очень хорошо держатся на голове из-за скользкой внутренней части оголовья, но на рабочем месте все в порядке. Хотя для удобного ношения каждый день тут есть все, что нужно. Небольшой вес, удобная конструкция и шумоизоляция. Но все же нет, Jabra Evolve 2 65 это для стационарного использования. Теперь поговорим о микрофоне, точнее о 3 микрофонах и системе активного шумоподавления. Но вместо 1000 слов я предлагаю вам самостоятельно ознакомиться с примерами записи. Это тест микрофона гарнитуры Jabra Evolve 2 65. Для разговоров это одно из лучших решений. В общем, сами можете убедиться в качестве передачи речи. Итак, друзья, а вот так вот будет слышно, когда вокруг шумная музыка, например, или движение машин, или, в принципе, вы находитесь в шумном месте, где много разговоров. Сейчас мы тестируем систему шумоподавления гарнитуры. Так вас будет слышно в шумных условиях. Кстати, системы активного шумоподавления в наушниках нет, но корпуса чаш неплохо изолирует вас от окружения. Поэтому я могу сказать, что если вам нужны наушники не только для разговоров, но и для прослушивания музыки на рабочем месте, то Jabra Evolve 2 65 хорошо подходит для этой роли. В итоге, Jabra Evolve 2 65 – это прекрасная гарнитура, которая одинаково хорошо подходит как для разговоров, так и для прослушивания музыки. Она настолько хорошо сбалансирована, что идеально подходит для всех активностей. Но стоит учитывать, что эта гарнитура больше подходит для стационарного использования, а не для портативного. Ну и как обычно, если вам понравился обзор, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на наш канал.